Здравствуйте! В эфире программа «Афиши», и прямо сейчас я готова рассказать вам, какая культурная программа намечается в эти выходные. В художественном музее открылась очень необычная выставка, автора которой все знают благодаря заслугам в совершенно иной сфере. Федор Конюхов известен в первую очередь как путешественник и мореплаватель, побывавший на всех континентах. Но далеко не все слышали о том, что самый известный русский путешественник современности обладает и другим недюжинным талантом, а именно художника. На выставке «Возвращение пилигрима» зрители увидят около 40 авторских работ Конюхова, созданных за 3 десятилетия путешествий по всему миру. Если неделька выдалась не из легких, то отключить сознание приглашают в галерею «Виктория». 27 марта состоится «Манифест неживого». Это концерт, на котором наработанный музыкантами материал и звуки неживого, которые фиксируются и преобразовываются в режиме реального времени, становятся генеративным видеоартом. Это медленный рейв, где зрители располагаются на коврах между цветами и погружаются в звуковые ландшафты неживого мира. Театральные выходные в Самарской площади. В воскресенье на сцене постановка «Вишневый сад» – история, которая заставляет задуматься о по-настоящему важных вещах и понять, что это совсем не вещи, а люди. Семья съехала в свой дом в начале мая, уже зная, что совсем скоро, 22 августа, все их семейные имения продадут за долги, и все они станут бездомными, без крыши над головой. Осталось последнее лето. Как жить? Ну как? А на полную катушку! На 22 августа назначают большую вечеринку с танцами. Одно веселье. Жизнь уплотнилась и стала комедией. Немного грустной, но все-таки комедией. Ну а попробовать себя в качестве актера предлагают в субботу в Стрелка-холл. Театрализованный проект «Фламинго» приглашает тебя отметить День театра. В программе мастер-класс по художественному слову и сценической речи, а также постановка этюда. На этом все. Не забывайте, залог продуктивной недели – отличное настроение. Всего вам доброго. До встречи.